Впервые в Алматы в Центральной клинической больнице управделами президента с помощью мини-инвазивных инструментов без вскрытия черепа была проделана сложнейшая операция по устранению разрыва артерии в головном мозге. Первым пациентом стал житель Уральска. Да, пациент в удовлетворенном состоянии, готовится на выписку. Пациент – это Дамир Касымбаев. В октябре ему исполнится 24. В Алматы он приехал из Уральска, где попал в ДТП. Его пешехода сбила машина. Долго перечислять все полученные им травмы. 4 дня в коме, очнулся, месяц пролежал в больнице. После выписки головные боли не проходили. К тому же замучили носовые кровотечения. Он мог потерять до 2,5 литров, до потери сознания. Опять больница, реанимация, восстановление. И так 4 месяца. У меня в голове был очень сильный шум. То есть такой ритм, сердца такой. Она мне мешала иногда, даже когда я говорю, она мне, я даже путаю иногда слова. То есть она как бы мешает, как будто вот кастрюлем кто-то бьет. Вот там, получается, никак не могли определиться с диагнозом. То есть поставить, какой у меня диагноз, в чем проблема. Вот. И вот по советам, доктора вот посоветовали, то, что в Алмате вот могут сделать операцию. Из аэропорта меня сразу же привезли в больницу, рассказывает Дамир. После консультации был вынесен диагноз. У молодого человека клинический разрыв артерии в головном мозге. Нужно было устранить дефект между крупными сосудами головы, который являлся источником кровотечений. Такие операции делают в Астане. А вот в Алматы, в Центральной клинической больнице управделами президента, известной как Совминка, ее делали впервые. Уникальность операции заключается в том, что операцию проводится эндоваскулярно, без разреза, без вскрытия черепа через сосуды. Данную методику разработали наши коллеги с Астаны, с нейрохирургического центра, с которым мы начнем пользоваться в Алмате, в нашей клинике. Сделали операцию, сейчас вот наслаждаюсь, прям тишина. В голове как бы никаких шумов нет. Вот. Кровь также уже не идет с носа. В рамках госпрограммы развития здравоохранения «Саламатта Казахстан» операция оказана пациенту совершенно бесплатно. После нее прошло 5 дней, и завтра Дамира планирует выписать. Гульнара Умарбекова, Галым Шалабаев, Алматы.